По-моему, неплохо. Свет, камера. Всем привет, мои дорогие котики, мои любимые подписчики, и добро пожаловать на мой канал. Хочу сразу извиниться за вот этот вот беспорядок, который вы видите у меня на заднем фоне, но я знаю, что это вас не будет нисколечко огорчать, потому что вы любите мой канал не за красивую картинку, а за правдивость и за естественность. Большое вам за это спасибо. Просто, понимаете, я настолько занятая девушка, у меня абсолютно сегодня не было времени прибраться, но я никак не могла пропустить съемку этого видео, поэтому поехали. Я являюсь огромной фанаткой YouTube, я смотрю его постоянно, подписана на большое, огромное количество бьюти-блогеров, и я заметила, что в последнее время большой популярностью пользуются видео из серии «Вопрос-ответ», где популярные бьюти-блогеры, чья основная специализация — это обзоры баночек, скляночек с парфюмерией и косметикой, они отвечают на достаточно тяжелые, серьезные, душераздирающие вопросы от своих подписчиков с такой уверенностью, как будто бы они пупы земли, как будто бы они имеют 10 образований. В общем, они раздают свои советы направо и налево. И вы знаете, я подумала, я нисколько не хуже, а даже лучше. Поэтому я решила делиться с вами абсолютно всем, не жалеть ничего. Я буду делиться с вами своим опытом, своей мудростью и вообще всем, что я сама имею. Так что давайте я зайду в свой инстаграм. Я вас просила там задать мне интересные душераздирающие вопросы, и я попробую от всей души вам дать самый мудрый и благоразумный совет. Ну что ж, давайте приступим. О боже, какие банальные вопросы. Ну где же что-то интересненькое? Где же что-то интересненькое? Наконец-то нашла что-то интересненькое. Сразу к делу. У меня после родов груди обвисли прям совсем. Хоть в трубочку закатывай. До пупа свисают. Чё мне делать? Хочу вставить имплантанты, но придется тогда у мужа бабок просить. А он не даст, так как он против операции. Говорит, что это совсем не главное, и что типа он все равно меня любит. Ну врет же. Врет, как дышит. Может кредит взять, может заложить квартиру. Короче, я не знаю, что мне теперь делать. Одна надежда на вас. Вот, пожалуйста, какой душераздирающий, серьезный вопрос. Вы знаете, я, конечно же, как недавно родившая девушка, имею полное право вам давать советы на эту тему. Как, впрочем, и на любые другие темы. В общем, я прекрасно вас понимаю. Это очень тяжело, когда обвисает грудь. Потому что сразу теряется уверенность в себе, сразу теряется, ну, вы знаете, какая-то такая любовь к себе. Потому что любовь к себе — это самое-самое важное. Это самое важное, что только может быть. Если вы себя не любите, вас никто никогда не полюбит. Это самое важное. Полюби себя такой, какая ты есть. Это моя мотивация, это моя история, это мое, это обо мне. Ну вот, говоря о вопросе про ваши груди, вы знаете, конечно, я считаю, что надо подумать. Я подумала, и я считаю так. Если ваш муж против, не стоит идти против мужика. Как бы банально это ни звучало. Потому что если вы пойдете против мужика, вы можете его потерять. А что для вас важнее? Ваша грудь или ваш мужик? Если вы подумаете и решите, что грудь все-таки важнее мужика, к черту такого мужика, и тогда уже вопрос станет о другом. Но я все-таки, как замужняя дама, считаю, что брак и муж — это очень и очень важно. Важно сохранить доверие и хорошее отношение. Поэтому, если ваш муж против, и он вас любит с такими обвисшими, не обвисшими, красивыми, некрасивыми грудями, то и отлично. Отличный он человек, и вам очень и очень с ним повезло. А вот все эти искусственные, непонятные, это не та история, это совершенно другой вопрос.
Ну вот, мои дорогие, я ответила на один вопрос сегодня, но вы знаете, этот вопрос стоил, наверное, 10 других вопросов, поэтому на этом и закончим. Я очень надеюсь, что вам понравилась моя новая рубрика, и запомните, грусть — это совсем не важно. Важно, что у вас находится внутри, ваш духовный внутренний мир и любовь к себе. Пожалуйста, не забывайте об этом. А также подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Инстаграм, жмите на колокольчик внизу под видео, и, конечно же, мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока! Это совсем не важно.